вас на канале First Art Channel, и сегодня мы посетим показ документального фильма «Иероним Босх. Искушенный дьяволом». Речь идет о том, как голландский искусствовед помогает организовать выставку картин Босха. Во время организации он посещает страны Европы и США и общается с различными специалистами. Благодаря новейшим технологиям становится возможным рассмотреть картину в высоком разрешении, что позволяет специалистам увидеть много мелких деталей, которые раньше были неизвестны историкам искусства. There are many losses and damages that were retouched and overpainted in the past. Well, we shouldn't forget that the painting is 500 years old, and of course we don't do it after 500 years. It's sensitive to solvents, it's sensitive to water, and in the end we had to clean the painting under the microscope. In total, it took 8 months to clean the painting, just to clean the treasure. How one explains the mystery of Bosch's extraordinary invention, the fragility of his mind,